В Советском завершился второй региональный этап всероссийского турнира юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова старшей группы 2009-2010 годов рождения. В город прибыли команды, занявшие первые и вторые места в своих подгруппах, чтобы разыграть путевку на всероссийский финал. В первом полуфинале сошлись столицы из Ханты-Мансийской и Когалымский «Айсберг». Матч получился напряженным, обильным на опасные моменты и заброшенной шайбы. Первыми забросили ханты-мансийцы, но за одну секунду до первого перерыва счет сравнял Кирилл Останин. В самом начале 20 минутки столица вновь вышла вперед, на что буквально через 30 секунд Артем Бородин уравнял положение дел на площадке. Соперник на 25-й минуте опять забросил, но сначала на 29-й в большинстве, а после в равных составах на 36-й минуте дважды отличился Жавид Хабибулин. А под занавес второго периода Рамиль Калимулин сделал счет 3-5. В начале завершающей трети противники обменялись голами. На 44-й минуте столица сократила отставание до минимума. Ханты-мансийцы беспрестанно давили, но когалымчане не уступили натиску и победили 5-6. Тем самым подопечные Игоря Агильвы прошли в финал, где их ждали Шершни и Зурая. С ними «Айсберг» на предварительном этапе встречался в Когалыме и уступил 8-4. Парни жаждали реванша. В первом периоде они открыли счет. Отличился Артем Бородин. Но затем урайцы трижды огорчили сразу ворот «Айсберга». Под занавес первой 20 минутки в большинстве Кирилл Останин сократил отставание. Во втором периоде шершни взвинтили обороты и дважды забросили. На 37-й минуте Кирилл Останин сделал счет 3-5. Это обстоятельство соперника не смутило, еще дважды они забросили. Третьей 20 минутки практически сходу Артем Бородин забросил четвертую шайбу, а шершни буквально за одну минуту ответили тремя. Моменты у «Айсберга» были, но не случилось. Итог 10-4. Таким образом, когалымский «Айсберг» занял второе место, став серебряным призером. Чемпионы – уральские шершни. Они будут представлять «Югру» на всероссийском финале, который пройдет в Подмосковье.